Сергей, добрый день. Здравствуйте, Октавиан. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил мне поставить инвертор гибридный и аккумулятор литиевый? Хороший вопрос. Мечта детства. Давно хотел себе энергонезависимый дом. Хотел, чтобы все, что дает природа от солнца, то есть как бы закачивать себе в свои нужды. Вот. Немножко пришел ближе к этой мечте и ее реализовал. С вашей помощью подключилось, все это настроилось. Вам спасибо, ребята. Собственно говоря, вторая причина, почему я к этому пришел, потому что в том регионе, где я сейчас нахожусь, нет просто сети. Ну, пока временно нет сети. Поэтому это для меня решение. Я могу на год раньше заехать в дом и начать нормальную жизнь, собственно говоря. Как вам, пару слов о команде Moldova Solar, как она справилась с работой, как подключила аккумуляторы? Все было достаточно быстро, несмотря на то, что оборудование для них было незнакомо. Разобрались достаточно быстро, организованно. Вот. Подход профессиональный. Спасибо, ребят. Желаю удачи. Спасибо большое.